Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Мы сегодня поиграем в новую игру. Как новую? Она вышла относительно недавно. Просто я в нее еще ни разу не играл. На ролика на канале про нее не было. Называется Untitled Goose Game. Так, значит, эта игрушечка у нас про гуся. Untitled означает без названия, то есть какая-то гусиная игра без названия. Так, настроечки тут у нас все, в принципе, нормально. Думаю, там какая-то обучалка будет, надеюсь. Разберемся по ходу дела. Ну давайте, нажмем начать игру. Если вы эту игрушку знаете и вам она нравится уже, даже несмотря, то можете лайк уже бахнуть сходу. А если хотите, чтобы вышла вторая серия, сохранение, вот это да, тогда пишите, да, давай продолжай, проходим до конца, давай будем играть. Я, возможно, запишу продолжение. Итак, поехали. Нажмем Space, чтобы гоготать. Гоготать? Ну это же игра про гуся, алло. О, гусь вылез с куста. Так, вот это наш гусь. Чтобы двигаться, дважды щелкните, чтобы бежать. Тык-тык. О, я гусь. Я гусь, я хорошо смеюсь. Там по-другому было немножко. Но мы будем говорить смеюсь. Мы же культурные с вами, правда же? Колокольчики слушать. Я хочу колокольчиком. Нельзя пока что. А куда мне бежать? А, вот, ну я, конечно же, я вечно пойду не в ту сторону, куда разработчики нас, по идее, должны вести. Я вечно, нажмите Ctrl, чтобы что, наклониться вперед. Ой, дыка, я могу. Я гусь, я хорошо смеюсь. Идем. Оп. А можно бежать так? Я могу так бежать. Так, нажмите, чтобы использовать клюв. Как это использовать клюв? Ну вот, я нажимаю. Не работает. В смысле, использовать клюв? Ботинок, надо подойти к нему. О! О, я могу ботинок поднять. Я забрал себе ботиночек. Так, наклоняйте, чтобы поднять вещи с земли. Держите Ctrl, затем нажимайте кнопку. А куда мне этот ботинок деть? А, я могу его выронить. Так, я вижу какая-то банка. Так, подойдем, возьмем. Сюда поставим. Как наклонился, допустим. Чтобы более такие мелкие вещи, которые на полу валяются, надо так голову нагибать и подымать. Вот, научился. И что? Куда мне эту банку деть теперь? А что это? Чтобы поднять вещи с земли, ну я вот банку поднял, допустим. А что это такое? Знак вопроса. Это типа головоломка, что ли? Нам нужно как-то наверх туда перебраться. Так, знак вопроса. Здесь что? Тут что у нас? Тоже... Перекрыт забор. А, какая-то вон сверху. О, он достанет? Тоже не достает. А, вот, достал. Отходим. Получилось дернуть? Я не понял ничего. А, тут внизу надо что-то дернуть. О, я тяну. Я вытянул колышек. Колышек вытянул так. Ай, чуть не прибило моего гуся. А там что было? Что было там? Почему здесь знак вопроса был? Мячик. Присаживайся, бери мячик. Может, это из-за мяча? Сейчас я его подниму. О, мячик. Положу его в этот. Попробую положу его в этот. Как его? А он не ложит его туда. Так, так. Нет, не помещает. Но мяч у меня есть, вот. Ботинок у меня есть. В принципе, тут, наверное, больше пока делать нечего. И что мне с этим мячом? Ну, давайте его заберем. Поехали с мячом. Тут. Кажется, мы тут можем пройти. Так, X, чтобы хлопать крыльями. Еще и крыльями могу хлопать. Я как бы могу ветер подымать. Я что, сейчас взлечу, что ли? Через озеро? А надо разбежаться, видимо. А мне этот мячик не помешает? Не знаю. В общем, побежали. От хаус хаус. Хорошо. Машем крыльями. А мне нужно было лететь? А я могу... Я же гусь, я могу плавать. Господи! Гуси же плавают. Все же нормально. Так, я плаваю пока что. А я опять не ту сторону куда-то пошел. Я куда-то не в ту сторону поплыл. Не нужно сюда плыть было. На эту сторону. О, я сейчас покушаю. Так, это мы выроним. Хочу бутербродик схавать. А что у него не ест? А что? А, у корзина еще есть вон. Открыть ее. Тут. Я стыбрил. Я украл. А зачем я ее стыбрил? Не знаю. А это можно как-то открыть? Не знаю. Я пока что ее таскаю. Так, отпускай. Дорога. Газонокосилка. Крылья мне. А, тап, чтобы увидеть список дел и элементы управления. О, попасть в сад. Дело. Наточить садовника.
украсть ключ садовника, заставить садовника надеть свою шляпу от солнца, грабли в озере, устроить пикник, нанести, принести на пикник сэндвич, яблоко, тыкву, морковка, варенье, термос, радио, корзину. Боже, сначала попасть надо... А тут еще какие-то задания будут у нас. Ага, хватать, это обучение. Попасть в сад, наша первоочередная задача. Как мы... Нам нужен ключ, чтобы сюда проникнуть, правильно? Лопата вот еще тут есть. Музыка. Сейчас музыку включу, попробую. Как там было подымать голову? Так, я это могу потянуть, наверное. Так, это какой-то мешок, похоже, мешок с цементом. Я хочу эту музыку врубить, попробовать. Может она это делать, сделать? Или нет? Я что-то нажал. Опять? Я тут что-то не то клюнул что-то. Подождите, сейчас я подкрадусь. Я не привык еще к управлению. О, все. Гусь музыкальный. Музыкальный гусь. Нажмите E, чтобы увеличить и чтобы уменьшить. Ой, 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 мужик вылез какой-то. Ходим. А, я... Внимание, отвлек! Мужик какой-то вылез, садовник. Кто там буянит? Чик выключил. Он зато мне ворот открыл. Теперь я могу в сад за морковкой забраться. У меня же было задание, по-моему, попасть в сад. Вот я попал в сад. А что надо тут? Надо было постричь садовника. Этой штуковиной можно управлять? Без понятия. Сейчас посмотрим. Так, попасть в сад. Зачеркнуто. Вот. Наточить садовника. Каким образом мы можем его наточить? А это что такое? Я могу это включить как-то. Краник поверну. Так, он пошел за цементом. За цементом. Как я должен его наточить? У меня должно быть какое-то точило. О, ботинки, сэндвич, пикник. А это... Тут можно тоже музыку как-то включить, видимо. Тянем, тянем, тянем. Это что такое? Это радио или что это? Не могу пока понять, что это такое сверху у него. Это что такое? Ему тут воды разлил. Уходим, сматываем. Так, тихо, 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 тихо. Садовник! Ключ! Донес тыбрить ключ быстро. Гусь, 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 гусь. Мне нужно у него украсть ключ, наточить садовника. Каким образом мы можем его наточить? Подождите-ка. Мне нужно его эти как-то машинкой, этой вот как-то его, как-то это, вот это как-то его. Оно никак не подключается, нигде у него нету функции, чтобы это дело использовать. Я пока как наточить его себе не могу представить. О, тут какой-то ручей, этот самый фонтан. Я не могу к нему дотянуться. Ладно. О, значит, он иногда ходит за... Это не цемент, это, видимо, земля, удобрение. Что там у нас еще было? Принести на пикник сэндвич, яблоко, тыкву, морковка. На пикник. На пикник. Сюда. Эй, меня заметили! Я стыбрил морковку, он заметил. Так, кажется, верни морковку, негодяй. Так, тут у меня тут еще гряд какие-то, вон, грядки, всякие растут, всякие дела у него. Так, хорошо, наточить садовника, или что? Наточить. Намочить, тьфу ты, ё-моё, буква Т, это М. Намочить садовника. Намочить садовника, как мы можем тебя намочить? Мы можем ему ботинки, в принципе, воду налить в ботинки, наверное. А ну-ка попробуем. Берем ботинок. Так, тянем его сюда. Раз, ботиночек сюда, как-то так аккуратно. Правильно я делал, как вы думаете? Мне кажется, что нет. Ходим. Ботинок. Эй, кто мой ботинок? Что он одевается? Что он делает? Что... Грабли. Там что-то было с граблями. Заставить садовника надеть свою шляпу от солнца. Украсть ключи садовника. Намочить садовника. Так. Ящик. Кто мой ящик? Ящик тут трогает. Так, я тут не могу это дело дернуть? Нет, видимо, потом. Грабли еще есть какие-то. Так, я себе такой гусь стою. Так, он что-то там набирает, что-то открывает. Шляпа! Заставить его одеть шляпу. Каким образом мы можем ее... Оп, уходим, уходим. Ой, чуть... Видите, я могу вот так привлекать внимание этого дядечки, дядечки. Как мы можем его намочить? Намочить садовника наша была задача. Там был какой-то шланг подозрительный. Вон какие-то вон еще есть. Вот это что-то, куда это, куда это, куда это идет? Двери, это что у нас такое? Он должен как-то, его нужно приманить сюда. О, нам нужно его сюда приманить. Как мы его туда заманим? Ой, тихо, уходим, уходим. Он бежит выключать. Он выключает, хорошо. Значит, он выключает. Нам нужно сделать так. Ой, тихо, тихо, не так, не так, уходим, уходим. Лопата. Берет лопату. Куда он сейчас пойдет? Берет свой какой-то мешок, пытается схватить.
Ну, мужик, что, не получается, да? Вон, идет это что-то сапать, скорее всего. Так. Он на меня так подозрительно смотрит. Так, подкрадываемся. Сейчас будет работать? Если он там сейчас будет работать, так это мне все облегчит работу. Я смогу сейчас его намочить. Давай. О, намочить садовника! Я обмочил его. И, ха-ха, я его полил с легонца. Так, сматываем удочки теперь отсюда. Как там было этими крыльями? Икс. Тихо. Ой, догоняет меня. Хорошо, что он меня не ловит хотя бы. Так, мы ему напакостим сейчас конкретно. Значит, что мы сделали с вами? Мы попали в сад. Мы украсть ключи садовника. Чтобы ему ключи украсть, нам нужно как-то его здорово отвлечь. Ну, музыка. С помощью музыки. Так, подкрадываемся. Там можно перетянуть слегка. Включить музыку. Музыку. Так, и ждем, пока он сюда придет на эту музыку. Иди сюда. Включай там музыку свою, а я тебе буду ключи сейчас воровать. Оп, ключики есть, ты беру. Украсть ключи у садовника. Бежги! А, он меня чуть не... Ну это засчитали мне? Украсть ключи садовника засчитала. Заставить садовника надеть свою шляпу от солнца. Заставить ее одеть. Каким образом мы можем ее... Нужно ему как-то головной убор снять его. Вот шляпа от солнца. Как мы можем заставить его это дело совершить? Он ключи ищет. Он их потерял. Он же тут меня сбил. Вот они валяются. Он сейчас заберет их. Нет. Тикай. Быстро. Он меня не видит. Я убежал. Так, хорошо. А где я могу их применить? Вот где-то здесь. Где-то какие-то замки были. Вот тут, может быть, нет. Я просто их себе стыбрил. Хорошо, как мы можем заставить его одеть шляпу? Надо подумать, шляпу одеть. Что-то должно ему напечь голову. Каким образом мы можем заставить ему, чтобы ему стало жарче? Как это сделать? Что это у нас такое? Какие-то памятники? Я тут с ключами бегаю. Я еще могу кричать. Так, ключи. А если я его тут закрою сейчас? А, это вот открою. Бум. Так, хорошо. Как мне теперь это дело открыть? Лопата. Надо как-то теперь его выманить опять отсюда. Так, все. Он пускай идет выключает. Ключи у нас вот здесь. Он будет выбегать. Ключи! Где мои ключи? Я не могу выбраться. Я у него ключи забрал. Теперь он не сможет туда вылезти. О, черт! Так, ладно. Сейчас тебя открою. Наверное. Держи ключи. На. Забирай. Я его закрыл. Он теперь не может оттуда вылезти. Вот ё-моё, я тут наделал гадостей. Вот я плохая утка. Плохой лебедь, плохой. И что он теперь будет делать? Я его закрыл там. Капец, я все ему испортил. Он теперь не сможет выбраться оттуда. Никак. Причем никак. Так, это у нас что такое? Как я могу туда еще проникнуть? Какой еще есть вариант у нас туда попасть? Тут у нас все закрыто. Слушайте, я тут, короче, все наруинил, походу. Как мне теперь это дело открыть, если я, короче, закрыл его там? Вода. Это как-то... Не видите, не активируется забор никак. Я, по-моему, все испортил. Я должен был... Так. Он не может эти ворота открыть, потому что у него ключей нету. Я закрыл. Держи ключи. Держи. На. Он их не достает просто, не может достать. Он не видит ключей. О, я ему... Он забрал ключи. Наконец-то. Еле-еле получилось. Так, ладно, думаем, что делать с шапкой. Заставить садовника надеть свою шляпу от солнца. Может быть, мы должны как-то лопатой поддеть ее. Слушай. Как мы можем заставить? Как-то сделать ему... Какую-то надо... О, это что такое? Подожди, знак вопроса. Морковка. Хорошо, ладно, попробуем сюда ее притащить. Оп. Так, подождите-ка. А как мне нужно было устроить пикник? Принести на пикник. А где именно? Сэндвич, яблоко, тыкву, морковь, варенье, термос. Грабли в озере. Грабли в озере. Вот грабли. Смогу ли я к озеру притащить? Побежали. О, грабли я забрал!
Как мне заставить так что сделать? Отдай грабли. Отдай, сказал грабли. Не отдает. Мне нужно отвлечь его внимание, чтобы грабли получилось похитить. Коробочку похитил. Ай, отдай, отдай. Это забавно. Так, а как мне, где пикник надо бы наустраивать? Там где-то... О, цветок, подожди. Роза. Или тюльпан. О, я цветок похитил. Ого, у меня цветок теперь есть. Значит, нам нужно понять, как ему шляпу заставить на него одеть. Да? Это первое. И нам нужно вытащить грабли. А, сюда нужно все принести на пикник, видимо. Вот это, видимо, это как раз то, куда мне нужно все притарабанить. Так, а что там было? Морковь? Ну, давай попробуем морковь. Чтобы мы хотя бы поняли, правильно ли мы... Так, бежим. И что? Пикник. Вот он, пикник. Так, может быть, надо сюда поставить это дело? Нет, оно не зачеркивается, к сожалению. Было бы понятно, что грабли в озере. Грабли в озере, это, наверное, несложно. Так, бежим. За граблями. Только надо как-то его выманить наружу. Кто морковку мою похитил? Где моя морковка? Так, подожди. Мы сейчас тут у тебя немножко отвлечем. А сами побежим за граблями. Та-та-та-та, побежали. Так. Теперь тут у нас где-то была музыкальная штуковина, музыкальная. Коробку можно его... Ну, тяни. Давай. Не получается, да? Не выходит. О, тянем. Беру коробку. Цветок заметил. Музыку хочу. Так. Тихо. Он заметил грабли. А, кажется, он их схватил. Ах ты ж. Гадский дядька. Не получается их похитить. Тогда я эти граблики заберу тебе. Так, где грабли? Подожди. Я не вижу. О, кажется, их похитил. Так я тут не могу их вытащить, мне не хватает. Тут мне не получается их тянуть. Но я не могу развернуться. Нас полили. Забрал грабли. Ух ты какой плохиш. Так, надо как-то хитро это дело все сделать. Чикс, потянули. Кажется, теперь получается. Он меня потерял. Я тяну в озеро. Он меня не видит, кажется. Но я тяну. Ай! А, черт! Как он так быстро? Как мне его отвлечь? Как-то надо сделать так. Ай. Как мне его отвлечь, слушайте? Реально. А это с ним можно что-то сделать? С капустой. Он как-то у меня видит. Надо ему тут беспорядки понаделывать. Так, сейчас тут повключаем. Ему тут максимально всякого беспорядка наделаем. Всё, грабли где? А где он грабли бросил? Где мои грабли? Я хотел их выбросить в озеро. Куда он их оставил? Где он делал мои грабли? Ох ты. Мужик плохой. Так. Где грабли? Куда они здесь были? Пропали грабли. Ищем грабли. Я ищу грабли. Я сейчас их найду. А вот они. Он тут оставил их. Отлично. Знак вопроса — это, по-моему, квестовые вещи, я так понимаю. Вот знак вопроса был с граблями. Это квестовая вещь выходит. Так, все, я в озеро ее тащу. Вроде так было задание звучало. Грабли в озеро. Вытащил. Оп. Опа, грабли в озере. Задание выполнено. Так. Заставить садовника надеть свою шляпу от солнца. Что это такое? Коробочка. Коробочка. Смотри, что я принес, дядька. Я тебе тут кое-что притарабанил. Смотри. Оп. Смотри. Ничего у меня есть. А ему как-то ноль. У него ноль эмоций. Устроить пикник. Заставить его одеть шляпу. Ну как это совершить? Вот она, шляпа его сверху. Так, как там было? Крыльями махать.
Ну и как-то шляпа пока никак не сбрасывается. Каким образом я должен до нее достать? Так, ключи у него имеются. Я его тут... Я на него ругаюсь. Пикник устроить мне еще задача была. Принести на пикник сэндвич, яблоко, тыкву, морковь. Тыкву? Ну давайте пробуем тыкву тарабаним. Такая самая ближайшая. Вот, допустим, тыква. Беру ее, несу. Чик-чик-чик-чирик-чик-чик. Несу тыкву тихонько. Своровал. Вот, вытягиваем тыкву. Где-то здесь ее, наверное, нужно ее оставить. Вот морковка у меня тут, сэндвич, тыква. Так, тут у нас будет пикник. Значит, сэндвич, яблоко, тыква, морковь, варенье, термос. Варенье и термос тоже сюда нужно принести. Наверное, сюда. Раз тут уже было две вещи, наверное, нужно у него все своровать и туда принести, я так подозреваю. Так, варенье и вот, допустим, термос. Можем бежать? О, побежали. Я не знаю, где он там лазит, а я себе потих. Пока он там где-то ходит, непонятно где. Он, кажется, меня заметил. Ай-я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 й. Это мое. Ой, озеро. Можно поворачивать быстрее, если перестать бежать. Так, и что? Главное, чтобы он сейчас не забрал все остальное мое тут наворованное. Так, о, термос есть. Я надеюсь, что это как раз место с пикника, что я ничего не напутал. Если, конечно, сейчас не сработает, то будет печалька. Варенье, термос, радио и корзину. А, вот корзина. Это корзина? Нет, это корзина. Я ее зачем-то сюда притарабанил. Забираем корзину. Назад. Дик-дик-дик-дик-дик. Ну, так смешно, так этими лапками своими передвигает этот гусь. Так, все, мы вытащили фактически ее. Вот туда, на место. Тут у нас будет пикник. Так, все, поехали дальше. Что там еще надо было у нас? Радио. А радио музыкальное же, оно будет музыку сразу же играть. Это будет, наверное, сложнее всего. Но варенье нужно было. Яблоко мы там уже имеем. Так, ой, он ищет термос. Варенье, кто-то похитил мое варенье. А я убегаю. Я в озеро сразу бегу. Надеюсь, меня не сможет там поймать. И не заметит то, что я у него уже наворовал. В озеро. Оп. Все. Он лезет в воду. Не можешь ты в воду? Ты не можешь в воду. Правильно. О, может! Он может в воду залезть. Он забрал варенье. И граблю сейчас найдет. Варенье, отдай варенье. Отдай варенье, гадкий мужик. Садовник, верни варенье. Так, что там еще было? Радио и корзину. Так, а может надо морковки все пособирать? Оп. Я их туда пытаюсь в корзину забросить. Он аж варенье сбросил. Тихо, варенье не трожь. Я, видите, тут могу туда... Две знак вопроса. А зачем я собираю? Помогаю. Оп. Я помогаю садовнику морковки собирать. Чё ты тут не разбрасываешь морковки? Я ж помогаю, алё, гараж. Ай, о, я залез наверх, на эту штуку, на корзину. Смотри, что я делаю. Я зачем-то их туда... А можно было все морковки туда стащить? Знаки вопроса, почему-то все знаки вопроса горят. А почему знаки вопроса горят? Что это значит? Не знаю, ребят, я просто себе собираю пока месь. Оп. Варенье! Он отвлекается на варенье. Так, тихо. Сейчас мы тебя от варенья отвлечем немножко. Я немножко тут покумекал и кое-что нашел. Оказывается, вот она тут наша. Ковер, на котором мы должны как раз свои пикники разводить. Давайте начнем с пикника, а там посмотрим, что у нас будет еще получаться. Нам нужно для того, чтобы все дело приготовить, сэндвич и яблоко. Ну, давайте начнем с этого дела. К примеру, яблоко вот. Понесли туда, бегом. Так, оставляем, смотрим. О, яблоко зачеркивается, значит, все правильно. Я нашел, просто я тогда не досмотрел, не заметил. Все у нас под контролем. Сэндвич. Так, а корзину наверняка тоже надо будет ее подтащить. Я вот не помню, там было в списке, сейчас глянем. Так, оставляем. Тыкву, морковь, варенье, термос, радио, корзина. Есть. А там что, два сэндвича? Сэндвич... Я один только принес. Видимо, надо два. А может быть и нет. Сейчас еще второй затащу. Посмотрим, засчитают ли мне или нет. А на столе там был сэндвич? Я не помню. Так, вот два.
А, вот, два их засчитала. Так, теперь попробую корзину притарабанить. Хм, какой гусь смешной. Так, опа, берем. Эй, что-то его перекувыркнуло. Тянем, 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 тянем корзину. Ща у нас тут будет самый лучший пикник в мире. Так, смотрим. Засчитали ли мне? Яблоко, корзины, тыква. Ну, поехали за тыквой. По дороге будем думать, как можно у него шляпу еще снять. Так, тут мы уже... Радейка у нас имеется. Ну, можем тут, в принципе, вот это нажать. Где ты там? Так, бежим, бежим. Пока он там выключает все это добро. Посмотрим, что у нас тут есть. Попасть в сад? А мы уже это завершили. У нас уже это все выполнено. А что оно-то как-то странно работает тогда? Цветочек. Цветочек, цветочек. Что с цветочком делать? Неясно. Вот, мне нужно было варенье, термос туда тоже зарабанить. И узнать, как я ему шляпу на голову одеть. Этого я пока не знаю. Но цветок вот у меня есть. Я его достал. Так, он, видимо, сейчас будет что-то делать. Понаблюдаем за дядькой. Понаблюдаем за этим садовником. Ой, ты чё пинаешься? Поставил. О, он заметил цветок. Цветок. Может быть, сейчас снять с него шляпу попытаться? О, я у него шляпу похитил. Так, не надо ему ее отдавать. Надо ее спрятать, наверное. Я убегаю от него туда в воду. В озере он меня не должен поймать. Ай, забрал у меня шляпу. Надо у него ее отобрать, тогда он, наверное, оденет ту желтую шляпу сверху. Ага. Надо так сделать, чтобы он... Так, вот, допустим, далеко не отбрасываю. Где-то здесь поставлю. Надо попытаться еще одну попытку сделать. А куда мне... Как мне лучше это... Так, иди сюда. О, заметил. Ну, в принципе, я с шапкой вроде как разобрался, если правильно я все понимаю. Если мы у него сейчас своруем шапку... О, бежим, 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 бежим. Меня догоняет, 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 догоняет. А я удрал. Я сейчас сразу на воду убегу. Ой, тихо, 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 на озеро. Поближе можно как-то? Оп. Он пойди... Он намочить садовника. О, я тут шляпу где-то его сейчас спрячу. Он ее, наверное, тут не найдет. Все, не дам тебе шляпу твою. Пускай она пока здесь будет. Все, он ее и... Вот, да, появилась, видите? Теперь он оденет ту желтую шляпку. Отлично, что у нас останется... Заставить садовника одеть шляпу вышло. Так, здорово. Сейчас будем что-то новенькое похищать у него. Так, шляпу он тут сейчас будет одевать. А мы тем временем украдем. Что там нам нужно было? Тыкву. О, давайте ее тыкву сейчас похитим, пока он там думает. О, мы себе тыкву потащим. Забавно так тянет. Надеть свою шляпу садовника, задание выполнено. Вот. Новый пункт в списке дел. Ого. А что там? Так, сейчас посмотрим. Интересно. Уже дотащу эту штуковину. Тыкву. Так, тыкву засчитала мне? Морковь, варенье, корзину. Тыква есть. Морковь, варенье, термос, радио. Заставить садовника ударить себе молотком по пальцу. Это... А какой... Там был где-то молоток, я помню, на заборе. Я это прекрасно помню. Морковь. Так, вначале давайте закончим с морковкой. Морковку стыбрим. И как кролик какой-то. Воришка. Воришка. Не ломоп, ворует морковь. Так, где нам морковь? Морковь, варенье, термос, радио. Так, а как мне так украсть радио, чтобы он меня не поймал? Опять надо прятаться, наверное, в воду. Одну, он увидел, что я украл морковку. Куда ты ее дел? Вот, кстати, он в шляпе, захочу заметить. Ой, бежим, 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 морковку стыбрил. Пускай он пока там ее сажает, а мы посмотрим. Вот оно что. Шляпа снята, тут гусям вход воспрещен. Ничего подобного, я такого ничего не знаю. Я тут сейчас табличку куда-нибудь тут затащу. Пускай он ее, с нее разбирается, а я пока что-то, допустим... Что, яблоко? Мне нужно было яблоко? Термос. Варенье, термос. По-моему, варенье надо. Яблоко. Ой, тихо. Ой, нас заметили с этим вареньем. Так, вон табличку лучше свою забирай. Че ты... Я тут варенье стыбрил. Так, в эту сторону буду бегать. В воду, я бегу в воду. Он довольно быстро двигается. Оп.
Плывем, 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 плывем. Тут уже я шляпу уже его сбросил однажды. Все, он, по идее, от меня отстал, надеюсь. Пускай идет свои таблички. Ой! Он меня заметил! Черт! Он сейчас тут увидит все, все мои, все мои. А-а-а! Отдай, отдай, отдай! Отдай варенье! Гад! Так. Блин! Не получилось! Так, как его сейчас отвлечь? Надо так сделать как-то, чтобы он сбросил это варенье. Надо как-то это быстренько совершить. Например, отвлечем его. Он варенье бросил, по идее. Надо его как-то отвлечь. Морковка. Иди сюда. Тут морковкой занимайся. И плюс, тут сейчас еще попробую ему отодвинуть ящик. И попробуй, может, музыку включить. Все, я пошел вареньем заниматься. Надеюсь, получится. Пока будет сейчас музыка, я там разбираться с этим всем делами. Я надеюсь, найду варенье. Где варенье? О, вот он его оставил. Забирай быстро. На пикник, на пикник. Все, на пикник. Так, есть. Заполнилось? Термос, радио осталось. И по пальцу как-то жахнуть. Пока не знаю как. Сейчас будем разбираться. Так, морковку можно выкорчевать ему тут пока что. Пускай тут морковкой занимается. Так. О, табличку! Он забрал табличку. Он будет сейчас бить молотком. Ой. Мне нужно еще это забрать. Как мне заставить его ударить по пальцу? Что он делает? Бьет, да? Бьет. Забил. Поставил. Пошел морковками заниматься. Термос. Как мы будем сейчас термос воровать? Воду. Калоши надо ему раскидать. Эту штуковину надо сбить. Вот это. Ему тут снова все испортить ему. Все. Пускай этим занимается. А я сейчас надеюсь, что мне удастся термос потянуть. Беги, 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 беги. Так, вдоль стенки аккуратно, как ниндзя. Как маленькая неудача, как ниндзя. Чик-чик-чик-чик-чик. Оп. Все, и на... О! Варенье засек. Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда, быстро, быстро, быстро. Он сейчас за варенье заберет. И у меня варенье пропадет с этого моего списка или как? Не знаю, ребят. Это будет печалька, если он сейчас варенье заберет. Термос. Он не может все сразу забрать. Так, это дело вернул. А что, тыква пропала со списка. Уже не вычеркнута. Надо как-то его установить и забрать эту тыкву. Верни тыкву. Смотри, что делает. Бум. Верни тыкву. Так. Пошел выключать. Как мы можем сейчас его отвлечь? Ну, радейкой этой. Сейчас, сейчас, сейчас мы тебя отвлечем. Оп. Подальше сейчас ее туда сброшу. Все, пускай тут. А я пошел за тыквой тем временем. Надеюсь, что он сейчас отвлечется. Тыква мне нужна. Вот моя тыква. Верни мою тыкву! Так. Тяну. Он тут или уже справился? По-моему, он уже сюда умотал. Надеюсь. Только не говори, что он, что он здесь забирает мои пикничные вещи. Нет, все нормально. Так, радио и заставить садовника ударить себя молотком. Как? А, я же могу квакать. Вернее, как это? Не квакать, а... крякать. Наверное, когда он будет бить может молотком, мне надо крякнуть? Так, и как мне теперь его отвлечь? Ай. Грабли, грабли поправлять идет. А я могу его закрыть, кстати. Забрать у него ключи. Кажется, нас спалили. И что, мне не удастся это утащить? Как это отключить? Он очень быстро бежит. Очень быстро забрал радио. Ах ты гадский мальчишка. Верни радейку. Радейку выронил.
Попробуем сейчас. Так, а как мне теперь, ну, как-то так сделать его отвлечь здорово, чтобы он не слышал, как музыка играет, да? Как мы можем его тут? Можем тут покрякать. Тут все разрушено у него, почему он сюда не идет, этими делами не занимается? Вон, даже тут эту сейчас ящик его перетяну. А он, походу, радейку тащит куда-то. Да, с радейкой ходит. Да, глянь, с радио ходит. Какой мальчишка подлый. Вон твоя вода. Эй, с дороги! С дороги! Я мешаю, походу, ему. Как ее отключить, эту радио? Почему так долго играет? Подальше от него убегу. Может, он не слышит так далеко? Я на это очень сильно надеюсь. Быстро-быстро прячемся. На пикник, на пикник, на пикник. Пускай здесь музычка играет. О! Устроить пикник. Принести на пикник. Устроить пикник. Задание выполнено. Заставить садовника ударить себя молотком по пальцу. Последнее задание. Последнее задание. Так, берет мешок. Варенье! Будет сейчас воровать. Нет, 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 нет. Вон там у тебя беда, смотри. Ой, теперь пошел ящиком заниматься. Морковкой заниматься пошел. Так, хорошо. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. А, нет, он пошел опять за моей... За этим... За моими пикничными вещами. Что за ерунда? Не смей мои вещи брать. Он пошел сюда, кажется, забирать вещи. Радио забрал! А у меня уже он не пропадает, да? Он забрал, но у меня это все выполнено. Пикник удался, короче. О, ладно, тогда забирай. Так уж и быть. Вот у него там потоп, вообще-то. Надо сюда его приманивать. Надо быстрее составить его сюда, чтобы он прибежал. Пускай уже... Я буду сейчас пробовать кричать, тогда когда она будет бить молотком, я попробую крикнуть. Получится ли его напугать или нет, не знаю, сейчас проверим. Так... Где он там лазит? Дядька, ты где там? Дядька! Иди сюда! Иди за мной! Он меня пытается спугнуть! Иди сюда, смотри, какой красивый! Так, 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 такой хожу, такой важный! Идем! А он радио устанавливает на место. Смотри, тут я тебя тут сколько тут беспорядков навел. Иди сюда, забивай эту штуковину. Я хочу наконец-то тебя пробовать напугать. Удастся ли? Надеюсь. Так, ботинки складывает. Пинает меня еще, смотри. Ты смотри какой. Ты че? Дрик, я могу. Оп, оп, оп. Дрик, я важный. Так, теперь ящик на место двигает. Давай табличкой занимайся. То сейчас молоток у тебя сворую. Смотри. О, табличку взял. Так, сейчас, наверное, будет сейчас обратно забивать. Я так подозреваю. О, берет молоток! Ще как жахнет себя по пальцу. Ну. Давай, давай. Я сейчас как квакну. Так, собирается бить. И раз, и два. Замах. Бум! О, еще и свалился. Заставь садовника дать себе молотком по пальцу. И он мне открыл сразу же двери в другое, как, другую локацию, так подозреваю. Так, ну мы с домом садовника справились. Все, он пошел тыкву забирать. Ну мы все, все у нас выполнилось. Идем посмотрим, что здесь. Так, это какой-то уже другой, по-моему, какой-то дом. Зеленые такие дверцы. Войти в них, наверное, не могу. Музыка какая-то другая начала играть. О, мы на улице, там какой-то автомобиль был. Гляньте-ка, там какая-то машина, кажись, была. О, можно отдалять буквой А. Так, поехали. Посмотрим, что нас тут еще ждет. О, какой-то мальчик. В очках причем. Самолетик вон на лавочке. Шнурки какие красные длинные. Привет, пацан. Дело. Сломать метлу, запереть сопляка. Сопляка в телефонной будке. Заставить сопляка надеть не те очки. Заставить кого-нибудь выкупить свои вещи. Попасть на ТВ, сходить в магазин. Положить в корзину зубную щетку, туалетную бумагу, щетка, расческу. Консервы, очиститель
фрукты и овощи. Но это уже, видимо, явно будет тема следующего видеоролика. А пока что спасибо всем за просмотр. С вами был Геломоб. Мы играли игру без названия. Игра про гуся. Всем пока-пока.